Певица Лариса Долина на старости лет решила показать идеальное лицо. Но не тут-то было. Инстафильтры подвели. Хотя в свои 66 лет Долина все еще надеется сохранить молодость и пользуется виртуальными масками, но возраст все же берет свое. Накануне артистка выступила на концерте в питерском саду «Эрмитаж», а перед этим решила записать пару видео для инстасторис. Без разглаживающих фильтров на лице не обошлось. Правда, Долина забыла, что другие постаревшие участки тела сразу же выдают возраст. Так все увидели сморщенное декольте певицы и лоб, в котором рассосался ботокс. Ну а глядя на брови Долиной, невольно вспоминаешь песню Ленинграда «Кольчик, наколи мне брови». Наряд 66-летняя Лариса Александровна тоже выбирала из разряда «стильно, модно, молодежно». Брюки с разрезами еще куда не шло, а вот мини-платье в стразах подчеркнуло кругленький животик певицы. И вряд ли это долгожданное пополнение. В соцсетях пользователи давно критикуют Долину за ее нелепые попытки скрыть свой настоящий возраст и молодиться. Отфотошопленные до нельзя фотографии исполнительницы всегда набирают сотни комментариев с критикой. Честно, фотошопа много, прям чересчур. Старенькая мопса. Страшна, как баба-яга, возмущаются подписчики.